Давно я не был на таких неофициальных концертах. Все государственные, серьезные мероприятия. Но вы понимаете, что в должности такой, какой я служу народу, важно все. Когда прийти, на какой концерт. Но творческий вечер Виктора и сопровождающих его, или участвующих в этом вечере, или делающих этот вечер артистов, это как раз тот случай, когда нужно быть здесь с нашими белорусами, любимыми артистами и любимым композитором. Вы никогда, даже будучи далеко от нашей родины, когда о нас не очень хорошо говорили, вы никогда не стыдились называть себя белорусом, в отличие от отдельных наших творцев. Как я сказал, что я люблю искренность, скажу опять же, от наших творцев отдельных, ну, творческих личностей, даже лауреатов Нобелевской премии, которые не успели еще получить ее, выехали за пределы страны и постарались ушат грязи вылить на свою страну. Это неправильно, это не оппозиционность, абсолютно неправильно, потому что родину, свою землю, как и своих родителей, свою мать не выбирают. Она такая, какая она есть. И если ты плохо говоришь о родине, стыдишься ее, значит, ты прежде всего плохой сын. Специально приехал на этот концерт, чтобы вручить по предложению наших творческих работников, нашего Министерства культуры, вам заслуженную награду, как истинному белорусу, который гордо несет это знамя белоруса во всем мире, в каждом уголке, где бы вы ни были, и позвольте мне выполнить эту приятную миссию на глазах у наших белорусов и ваших сподвижников.